Всем привет! Здорово. О, он ничего, я думал, он так и будет долго ждать. Да, с вами Тимон Эпик. Я кушал. Кушал. Давай, заканчивай с едой. Не надо мне тут чавкать на этот самый микрофон. Поешь после записи. Не заработал, что так сказать. Печенки Не съедаю. заработал ты еще, тем более на печенке. На печенке ты заработаешь, когда мы главу пройдем без смертей. Вот. Давай так, если мы сейчас в Ты этой, говорил другое по если мы в этой поводу главе, подожди, того. подожди, не перебивай. Если мы сейчас эту главу проходим без смертей, то с меня пачка печенья. Но если мы хотя бы один раз, но, скажем так, одна смерть, одна пачка печенья с тебя. Вот. Я тебе отправил уже Угу. тогда. Так что давай. Условились. Угу. Поехали. Ладно, хорошо. А с Помнишь тебя это, ты сардельки. помнишь это место? Давай с меня сардельками, если мы пройдем без А, смертей. сардельки, которые в упаковке Любые. называются сливочные говяжьи, стоят 300 рублей. Не вопрос. Но при условии того, что мы эту главу Барри и Наталью пройдем без смертей. Где? Я никого не вижу, блядь. Не видит. Слышь, ты, присядь на. Я же тебе говорю, тут тебе не с дробовиком. Давай, смотри, где там есть что. Вот я и смотрю. Так, слышу. Танцы, 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 и сводят псины на ума. Необходимо на их ножом коснуться. Ты так хотел, но нифига. Ну и чё ты? Она теперь не скопытилась. А я в курсе. Иди нахер. Вот так выглядят Мизи. корейские повара. С ножами. На всякий случай осуждаю, да? Подожди, стой. Чё, иди сюда, слышь. Нет, во. Молодец. Я вспомнил, как фонарик включается. Да. Ты же понимаешь, О. куда мы выходим, да? Понимаешь. Ну-ка, давай предположение, куда мы Понимаю. выходим, давай. Мы здесь Не проходили. понимаю. Я знаю, что мы здесь проходили, но я не помню, где, что и как. Я помню, что мы сюда заходили. Бля. Here comes the rain. Are Нет. you gonna be warm enough? I'll be all right. Собаки Давай не. появлялись только в городе So where are your mom and dad? Давай не. They died. In Я Terabrizio. согласен, печенье уже You were даже there when the city went хрустит. down? I'm sorry. None of this could have been Вообще easy. предлагаю каждые такие You're ставки a tough делать на каждую girl. главу. Thanks. Потому что я уверен, что здесь это... It's on people like me to Как оно? protect people like you from bioterrorists. Так они We называются-то. shouldn't have let you down. Еще и моль будет So where'd you наверняка. go? Теперь моль будет TerraSafe could появляться be в an главах в emblem. баре. Ты чё, ты A не думаешь, что мы только в facility. деревне их видели? I'm sorry, Natalia. I won't Потрясающе. ask any more questions. Так, все, я взял автомат свой. Я нет. Так, пистолет. Ты решил ножом кирпичный блок сломать? Бетонный, А точнее. чё бы нет? Пираты считаешься терминаторами. Так ты чё, будешь ломать шкафчик-то, нет? Какой шкафчик? Ты тупой? Просто целый ящик стоит перед глазами. Подошел такой, посмотрел на него, ушел дальше. Ну да. Хорош, хорош. Так. Знаете что, я пошел обратно. Нахер ты сюда зашел. Ты Ну, решил для Магнума до хрена патрон собрать? не хочешь обратно, ну и хрен с тобой, ладно, как скажешь. Так проходить все равно надо. Знаешь мне, что это напоминает?
Ну, по всяким играм и вот. Но мне это кажется чё-то... Сталкер, Half-Life мне и... Мне Припять это напоминает. Да-да-да-да-да, вот. Тоже хотел сказать. Что-то есть такое, да? Ну, как это, такой заброшки такие вот. Типа. Что-то есть такое. Как по мне, что-то общее есть. Пойдем во дворы свернем, потому что нам, по сути, вон да туда... Да я вот и хотел... Я и хотел туда свернуть, но тут что-то заборы какие-то стоят. Ты как а, ну туда да. прошел? С забора. Ну, да, ну ладно. Ну не хотите, да? Как хотите, не больно-то и ну, хотелось, вот. Да? А вот сюда вот. Может, тут что интересное валяется. Нас не пускают в Припять, там проход закрыт, прикинь, да. Да мы сами так, припятитанутые. Припятитанутые, да? Да. Вот что-то валяется справа. О! Дымный порошок. Это хорошо. Дымовую бутылку. Нет, подожди. Надо нам вонючий порошок, а не дымовой порошок. Дымовой порошок тоже хорошо. А вонючий так, что делает? Вонючий делает ловушку. Делает ловушку. Ля, кстати, ля. Кстати, вот, знакомься, око Саурона, смотри. Да-да-да. Да. Сарумяный! Сарумяный! Я сразу понял, что это. О, я тебе... Это как я Эпику постоянно говорю, знаешь, он вообще приехать уже третий год подряд, знаешь, не больше, я говорю, я тебя жду. Так же и здесь. Все, место-то узнал нет. Хотя бы, нет? Ну, само собой, нам наверх надо налево. Возможно, с ящиком. Опа. Be careful, да. Кстати, ты заметил, что теперь вот открыто? Этот. Армстронг, кто сражался здесь же, помнишь? Да пошли вы нафиг, иди отсюда. Голова. Верхняя голова. О, ближний. Оба голова. Не грудь, а голова. Ломай его. Поздно. О, ну я понимаю, что поздно. Маленькая самодовольная вонючка. Я труп. Короче, ты обеспечен печеньем. Упаковка номер раз. Главное, чтобы тебя не слиплось. Да там хрен попадешь в голову. Блин, голова это самая верхняя точка, ты стреляешь в грудь, конечно, ты хрен попадешь в голову, если ты стреляешь в грудь. Все, короче, я беру снайперку, я сейчас издалека буду стрелять по ним. Ну и нафиг. Подожди, что там за прицел такой? Ядрички-макарички. А увеличение ты не хочешь делать? Йоу. А, говорю, метраж у нее хороший, это причем самая лажовая снайперка. Ну. У нее убойность, в принципе. И, ну, и автомат возьму. Ну, мосинка есть мосинка, конечно. Здорово. Монстр! Так, и я ж почти попал сюда, скотина ты такая. Да хватит толкаться-то. Минус один. У меня сломался кирпич, если что. А вон второй. Да блин. И это при условии того, что мы еще прокачали защиту от тяжелых ударов. Чтоб ты понимал. А. Нам туда, если что. Подожди, а может там что валяется? Так валяется, конечно. Нам же не забраться так просто здесь. Я забрался. Так, подожди. Надо проверить. На всякий случай. Иди сюда. Так, здесь ничего нет. Ну да, скорее всего, нам надо сюда забираться будет. Да, подсадить ты меня не можешь, потому что нужен ящик. Так.
Погнали. Что у нас по медицине? Да. Беда по медицине. И по патронам. Так, ну-ка, что там? Я еще продержусь. Ну, что ты хочешь, одно... низ или вверх? Давай. Вверх. They're inside. Нет, низ. Be careful. А ну пох. Так, но я вылечусь. Стой! Во-первых, лечись не через эту хрень, не через инвентарь. А через что? У тебя быстрые клавиши на что сделаны? Я не помню, какая она клавиша. Ну, значит, тыкай, все. Залажаешь, потратишь снаряды. В бою так делать нельзя, если что. В бою ты должен будешь лежать в любом случае на горячей клавише. Так. Перезарядка. Причем есть баг, когда ты лечишься через инвентарь, ты лечишь только себя. Ты не лечишь меня. Так, подожди, я гляну. Иди сюда. Сюда иди, у меня инвентарь забит. Нам бутылка нужна, пустая. Ну и зачем? Посмотреть. Давай только в темпе. Геймпад. Рукопашка за движение, камера, поясить, прицели, фонарик, быстро выйти от меня, быстро узнать. Я страву, то ты ее уже пропустил. На укол, и... Она в самом верху была. Камера. Он использует траву РБ. Ну давай. Какая грузит, чё, давай. Назад просто нажимай, и все, не надо листать. Я знаю. Она это. А куда? Мы же наверх хотели. Так ты вниз, ты сказал, что не хочешь наверх. Мы и пошли вниз. Так, а я пошел вниз, потому что ты меня позвал. Вообще я тебя не звал, если что. Я тебе сказал, ты наверх... сказал, иди сюда. Ну так это, ты изначально вниз потом стал спускаться, сказал, я говорю, наверх или вниз? Ты говоришь, наверх, потом такой, не-не-не-не-не-не-не. Типа, я и пошел вниз, типа. Лутанулся здесь и, типа, вот, дальше пошел. Ну уже сейчас отсюда попрут они, дверь уже открыли. Типа, что тут? Давай уже. Сам сказал, что не наверх. Не наверх, значит... Я к Саурону хотел просто. There's something ahead. Be careful. Что там? Какая еще дичь? Сейчас на обратно пойдет. Опа. Сагрессировался, слушай. The monster is coming. Так иди! Нашел место. Ты умудряешься промахнуться даже по покойникам. Которые не двигаются. Ага, нам бы бутылочку бы лучше. Нам просто крафтить гранаты не из чего. То есть материалы есть все, а именно этого нету. Да, там гнида наверху. Да, слушай, нам бы наверх бы скататься все-таки. Я просто не помню, что мы отсюда выйдем. Но... Скажи, пойдем наверх, короче, пофиг. Пусть они тут идут. О, карта. Карта города, хорош. Побежали. Сначала нам надо было вниз.
Идет, идет, идет. Смотри, о, блин, где активная задница. The monster is coming. Я не могу. Довольно вонючка. Все, у меня кирпич сломался, я тебе помочь уже не могу. Плеч. Я просто не помню, куда нам нужнее сейчас, наверх или на низ. Но на низ там тоже проход есть, понимаешь? А, здравствуйте. О, нет. Ты ничего не видел? Фак. Да все хорошо, что ты, все нормально. Ничего хорошего. Меня это угнетает. Что тебя конкретно угнетает? Это дверь крестика. Чем тебе дверь с крестиком угнетает? Красивый крестик, красный крест, нормально, все. Между прочим, если не знал, красный крест, это скорая помощь, все нормально. Ну да. Еще бы нолик нарисовали, и можно было бы выбирать. Так. А, мы на улице зашли. Учи-пуча-пуча, сити. Томат. Именно. Рука. Пока, да. Угу. Подожди, не спеши, неизвестно какая. Дальняя. Правая. Правая кисть руки. Тронул его нафиг. Вот и я об этом, пока так выцеливаешь, типа. Ну здесь будут места, где вот нужна снайперка. Я понимаю. Именно медаль. Как бы, ну, патронов для снайперки дают здесь достаточно. То есть нет такого, что. Скажи. Ну что их мало. Тук-тук-тук. Мы в доме будем вдруг. Здрасте, мордасте. Твою меч! В голову ему. Уворачивайся. Фух, повезло. Знакомься, метатели. Кого метатели? О которых я тебе говорил, что здесь будут метатели. И кого они метают? Понятно. Внимательно, что тебе опять отвратительно все. Бляха-муха. Вот именно поэтому я и говорю, ходи за мной. А у меня вот как раз патроны к пистолету лежат. А я тебе передать ничего не могу. По одной простой причине. Ты слабее от меня. Взрыв гранаты, кинь в них. Только уйди сначала отсюда. Надо их кучкануть и гранатой. Иначе будет очень печально все. Я не помню, как оно делается. Ты только что смотрел настройки, бляха-муха. Пролистывал все кнопки. Я же сказал, отойди от них. Зажигать меня не просто. Вот как хочешь, зажигательное не тратим, пока не найдем еще две конечные бензины. Иначе нам не хватит. Да куда ты залазишь, ёпта?
Не знаю, что-то заморачиваешь. Залез сверху, стрелял, все, не паришься. Они медленные. Я понимаю, что... Кто? Ты не пользуешься половиной кнопок, которые здесь есть. Не пользуешься рывком, не пользуешься быстрым разворотом на 180 градусов. Просто мне быстрый разворот здесь не нужен. Я не такой персонаж. У меня персонаж маленький. Поэтому... Как не шутить? They're inside. Be careful. Yeah. Взрывчатая. Зажигалки не трогай. Да не трогай, просто посмотрел. There's something ahead. Be careful. Не попадешь. Там полка. Один фиг не попадешь, тут стеллаж стоит. Ты попадешь в полку. И как раз когда проходит, у него получается стеллажом рука закрыта. Ну тогда почему не рука, а это скажи место. Видишь? В любом случае не успеваешь. Либо он уворачивается, уходит, либо он стоит на месте, где. Подбирай карту. Можем попробовать здесь обойти. Если хочешь. Здесь мы вроде не обходили. Здесь хочешь? Давай здесь. Мы здесь заходили, по-моему. Да, мы здесь заходили. Давай наверх тогда. Пошли. А как там? Там же эта дверь. Надо пробить. А, точно. Ну мы же ее не скриптанули, мы же на нее не посмотрели, откуда мы знаем. Вот она дверь. Дрель. Пошли. Здесь что у нас? А, завал. Точно. Залазь наверх и отстреливай сверху. Вот. Где-то здесь что-то моргало, по-моему, нет? Я так понимаю, ты специально так говоришь, чтобы побольше печенок. В плане. Ну, чтобы я сдох поскорее. Ты будешь очень часто дохнуть, если ты будешь бегать внизу. Я тебе говорю, просто пользуешься рывками и быстрым разворотом, и все. Нам нужен этот, скажи. Взрывчатая фигня, по сути, так, по-хорошему. Во, теперь на меня подействовало. А в прошлый раз на меня не подействовало. There's something ahead. Be careful. Да, сюда. Вот сюда. Мне кажется, он вообще сюда придет. Возможно. Не, не идет, развернулся. Нет. Угу, со спины его можно шотнуть. Подожди, подожди, не суйся, в следующем заходе. Пусть дойдет, он почти до самого угла доходит, разворачивается и уходит. Стой. Я говорю, допустим, здесь вторая глава, она, ну, за Барри, точнее, за... Точнее, главы за Барри, они больше рассчитаны на стелс, как. Вот. Сейчас развернется. Развернулся. Дальше. Ну, еще одного, конечно, можно также. Естественно. Но только надо, чтобы он сюда подошел еще сначала поближе. Плюс, конечно, у тебя патронов нет ни хрена. Нет, патронов. Просаживаешь молоко по 48 патронов. Стой, подожди.
Сейчас он обратно пойдет. Давай. А тех, которые метатели, их можно так убить? Нет, они убивают только в голову. А, понятно. У них хоть зной вместо голова, в этом прикол. Снайперка, кстати, в этом моменте очень сильно решает. Вижу. Вот всегда только так и стреляй. Вот и как здесь стрелять со снайперки? Наверх, наверх залазишь, отстреливаешь по уязвимым местам. Зачем ты ему туда стрельнул? У него уязвимое место в ноге, зачем ты в голову стрелял? Я сказал в голову стрелять. Я сказал в голову метателем стрелять. По остальным я сказал в уязвимых местах. Я тебе указал на уязвимое место. Это на жалобу, блин, на ворот. У меня даже, если что, дымовых нету. Я ничем помочь не могу. Просто если он залазит, ты должен наоборот спускаться вниз. Ну, спрыгиваешь, короче, стреляешь по нему. То есть наоборот. Плевательная хрена ботина. Дайте пойти сюда я. Вообще ни хрена не вижу. Понятно, что не видишь. Попался под эту хрень. Давай, залазь. Беги. Need your help. Не суйся в дверь туда просто. Иначе вернуться сюда не сможем. А можем бросать что-то приличное, поэтому... Упри! Стараюсь. За мной гоняются. Вали. Я понимаю. Я специально на тебя вызвал. Тебе было проще отбивать. Привет. Я просто, я говорю, даже лежачих добивать не могу по причине того, что их пропечатали. Давай, иди ты, бей! Давай четвертый раз еще заодно. А вот с четвертого раза ты поймешь, что у тебя патроны в эмке кончились. Да я понял. Отсюда со снопы можно шотнуть. Уже хрен попадешь, ну. Так, надо лутануть сундук. Где-то сундук был. Леха, где сундук был? Где мой сундук? Давай искать. А, вон он, я его вижу. Не совсем его, я вижу выход, рядом с которым был сундук. Поэтому... Бляха-муха, не улетай ты. Чёртов ломаный геймпад. Блин, лишь бы детали. У нас детали уже хват. Блин, не надо тут. Нужна расширение сумки. Что-то редко падает. Есть. Расширение сумки? Да.
Эластичный пакет. Написали уже пакет майка. Пакет. Пакет пятерочек. Да. Так, ну что, заканчиваем? Так, подожди, что там? Одна. Потом посмотрим по кадрам. Давай закончим, потому что уже мы долго, точнее, ты долго ковырялся опять. Вот. Можно было... Ну, я смог. Угу, смог ты. Нихера ты не смог. Сколько там с тебя? Две пачки печенья уже, да? Да. Так, ладно, этот челлендж мы продолжим. Так сказать... Сосиски против печенья, батл сосисок против сардельки. Да, сардельки против печенья мы продолжим уже в следующей серии. Вот, пока что лидируют печеньки. Мне должны две пачки печенья. Вот. Так что, причем, знаешь, раз уж у меня сардельки получаются по 300 с лишним, то с тебя получается не просто печеньки, а печеньки чокопай, потому что они примерно в ту же сумму выливаются. Вот. Можем сойти. Может быть, банков. Wagon Wheels тогда. Wagon Wheels сейчас в большинстве случаев довольно отвратительный. Причем ну, да. Я ем только синий. А там какие? А там есть разные. Ешь. Там какие ты ешь? Можно Орео, конечно. Орео. Там Орео разных много всяких, поэтому. Вот. Смотрите, на что носит, то и замахнулся. Ну, слушай, я упираюсь в ту сумму, в которую уперся ты, если что. Ты что думал, ты мне за 20 рублей, а я тебе за 300, что ли? Я тебе печеньки вот, за 20 рублей накуплю пачек. Ну вот и я тебе тогда, знаешь, у нас есть сосиски, короче, тут, в упаковках. Они стоят, короче, чтобы ты звонил, 25 рублей упаковка. Ты меня сейчас нормально слышишь? Да, я тебя нормально слышу. А то у меня что-то наушники слегка упали, геймпад тоже. Сосиски, сардельки, короче, за 25 рублей тебе накуплю, и все, пачек дофига. И вот будешь сидеть, короче, давиться этим делом. Вот, ладно, все. Сардельки против сосисек 2-0. Ой, сардельки против печенья 2-0. Все, с вами был Эпик и Тимон, вот. Увидимся, я надеюсь, в следующей серии этой главы уже заключительной. Обязательно. Вот. Всем до новых встреч. Всем пока.